Минэкологии Московской области идет подготовка к реорганизации природного резервата «Масловская лесная дача» в Одинцовском городском округе. В рабочую группу, помимо представителей министерства и администрации округа, вошли координаторы проекта «Звенигородский вектор». На территории Масловской лесной дачи сохранилось уникальное видовое разнообразие растений, животных и птиц, характерное для западного Подмосковья, говорят специалисты. После реорганизации эта земля получит статус природного заказника областного значения.